Завершается первая часть сезона, команда уходит в отпуск. Какие эмоции после такой важной победы в концовке? Très bonne, on termine avec 6 sur 6. Ну что, мы уже половину закончили, очень хорошо. Donc maintenant on est dans une bonne position aussi. Сейчас мы уже на хорошем месте находимся. Et voilà, on part en stage pour continuer la saison prochaine, enfin la deuxième partie de saison et bien continuer. Мы потом поедем на сборы для того, чтобы подготовиться и хорошо продолжать сезон. Сегодня были очень непростые погодные условия, непростое поле. Насколько оно стало проблемой для команды? Это compliqué. Est-ce que c'était problème? Problème c'est pour les deux équipes. Но проблема для той и для другой команды. Donc il faut juste s'habituer et faire le match. Поэтому нужно просто привыкнуть, приспособиться и провести матч достойно. On a eu 3-4 occasions, on a marqué 2 buts. У нас было 3-4 возможности, ну 2 мы гола забили. Крылья не первый раз, в том числе и в гостях, вырывают победу на последних минутах матча. Можно ли сказать, что это не случайно, что это какая-то тенденция, и в чем здесь секрет? Est-ce qu'on peut dire que c'est une tendance? Quel est le secret de ça? On continue dès qu'on voit qu'il y a l'opportunité de pouvoir jouer. Мы продолжаем, это есть возможность продолжать играть. Ici, comme à Ростов, on a vu que l'équipe commençait à redescendre un peu dans le jeu. И сейчас, поскольку здесь, как и в Ростове, мы увидели, что команда стала опускаться несколько в разных смыслах в игре. Это все? Все? Да.